этого фрапса повытягивайся, что будет нужно. И также, ребят, желательно отключите на время проведения РП все уведомления, там, кого админы забанили и прочее. Я думаю, пока это не особо нужно. А как вырубить? Недоспорные настройки. Не забудьте закупиться аптечками, бронежилетами, как вам вдруг нужно. Маски не забудьте. Не, я думал, это сначала переоденемся, а потом поедем на закуп. У вас РПшка уже началась? Так, ну подожди. Почти. Я могу присоединиться? Да, можно. Куда ехать? К Балласу на респу. Сейчас приеду. Мне тоже или что? Или от какого-то определенного ранга берут? Все, кто в Дискорде, едут. Я 6-й ранг. Можешь ехать. Если бы ты не... Только дома отыграть, нужно отыграть, типа, там, ну, у нас при входе в дом организационный, слева стол лежит. Можно справа, там, тумбочки есть, просто телефон положить, по РБ, да и все. Это типа на фрапшоп это было? А где он находится, да, вообще, да. Не понимаю. Где он находится? Райдер. Каждому, что ли. Так, все, я рацию отключаю свою. Вип-чат все отключаю полностью. Баласов, сидите сюда тоже. Кто в Дискорде? Я закупаться пошел. Ладно, тогда поехали тоже закупимся. Райдер, открой. Я у вас не успею. Не, на задний двор. На задний двор есть. У нас там это стоит. Хорошо. А где сзади двор, я не понял. Где у них мясо стоит? Да, да. Стефан, ты ничего не видел. Открывай. Да, 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 так оно и есть. Франк. А ты за сколько брал буллет? 7,6. Так, ну где моя тачка? Ну, закупайте больше масок, закупайте. Это прям обязательно. Потому что нас могут подставить таким способом. Ну, вернее, переварнить. Так вы можете это ПРП, короче, сделать так, то что якобы ПРП у вас маска на голове и все. Смотрите, если маска слетает, вы можете отыграть в слэш-дуть по маске еще на лице до сих пор. Я знаю, но так многие не отыгрывают, и тем самым они получают. Сервак полный, вот это. Серега, давай сюда. За сколько мы справимся примерно? До 9 часов вечера мы управимся? Должны. 9-9.30, допустим, примерно так. Как им за 20 минут сейчас сделаете? Не, посмотрим, как им юшники будут действовать. А что про МЮ? Они вроде будут только молчать. Или вы еще кого-то. Хотя, как я знаю, они на нас облаву будут делать. А, Франк, господи, у тебя твоя тачка же есть, да? Франк. Дима. Обожаю эту игру. Что не так с игрой? Нет, с игрой в порядке. Так, собираемся на респе у нас. А что за груд Смит? Он тут есть? Так это этот. Это ФБР. Кто? ФБР. ФБР? Груд Смит, да. Это ФБР. Да, да, да. Он ко мне подошел, сейчас пишет, будьте аккуратнее, говорит. Буду за вами наблюдать, еще раз аккуратнее.
Так, кто-то сливает у нас инфу. Я, кажется, знаю. Это райдер, да. Отправ, нужен сейчас будет. А чё я на резко? Отошёл на секунду, на резко очутился. Влад, ты ведь за нас, да, надеюсь? Угу. Влад, который... Который, ну, надо. Который, да, тот самый. Пам-пам-пам. Пацаны, если он за нас едет, то значит это... Надо вам стреляющие люди, которые вас пристрелят, и дальше уже мы начнем. Нет, смотрите, откуда он знает про тебя? Это по-любому у нас тут сейчас крысы. Это вы бегаете, пацаны, да, там, сверху? Да. О, фига. Вот это я прыгнул тут на вечеринку с бассейном. Слейте этого. Нифига. Чё такое? Да я стрелял в щелика, и его сразу начали все стрелять. Там какой-то чел у вас на респе бегает с дробовиком. И... Скини райдер, который. Фиолетовым, да, скини? Вон, да вон, пошли, вон. Пошли, эти хули разберете, бля, ебать. Вон в арморе бегает. Да-да-да, вот этот Эрджан какой-то там. О, там какой-то к нам этот забежал. А он с геймом, он с геймом. Какой-то что к нам забежал, этот Вагас, короче, и игру побежал к нему. Вот. Этот Эрджан с геймом, я три раза по нему попал. Какой там у него? 548 ID? Да, я уже написал ЖБ. ЖБ. Не... Пока не проверит, поверит. Ничего не будет с этим, да, само собой. Да, он с ГМом. Постреляй, да то пожалуй бы на фрапсисе. Да я фрапсилась, ты что? Я потом закину попозже. Так, это все, да, тут? И что-то едет? Давайте, ребят, около стенки где-нибудь постройтесь хотя бы как-нибудь. Ну, просто в одно место куда-нибудь хотя бы вот так вот. Перекличку сделаем небольшую. Чтобы хотя бы понятно было. Так это что, ПРП на телефон отключить, да? Как бы выкинуть. Выкинуть, нахуя, сейчас подожди. А, так я вот так сделал, слышите? Выки. Доска. Теле. И симку вытащить, что ли? Да просто ставь твой телефон. Кину телефон. Ну. Крутая ты. Так, нас 11 тут. Еще кто-то едет, не? Кто-то телефон. Давайте быстрее. Аарон, там вроде... Там Грудинин за тобой едет, нет? Грудинин. Я еще не еду. Телефоны мы изолировали, мы взяли их, разбили об этот. Он тут стоит где-то рядом. И их, блядь, растоптали, короче, ногами на землю кинули и, блядь, ногой все туда. Перехватите меня, где этот мост Тарвадатьера. Я там проеду. Фиолс. А если на грузине будет после этого, как в прошлый раз, можно поедать? Какая-то там его перехватывать будет. Я тебе инфу вообще никак не могу предоставлять, молчи. Так как, типа, у меня телефон изолирован. А мы Аарона, да, будем похищать? Ну угу. Да. Только у нас кто-то уже сливает инфу. Такое. Какой-то чел припёрся к нам. А кем же является? Заместитель министра здравоохранения, да? Да. Thank you.
О, Майкл Прайд приехал. Отлично. О, вы будете 111, 112 айдишник второй. Чё с геймом тоже? Сукат, можешь тэпнуться? Да, сейчас. Так, Франк, ты на своей тачке приехал, да, по-моему? Нет. Нет? Да, на скутере. Так, что там по форме? Пахнут таком? Да. Ну, хочется, поехали. Вот, мне и Филу 46 айди, остальным 111 и 112. 46. Сейчас я подойду, воды возьму. Give me 46, пожалуйста. Нет. Так, Райдер. Кому еще? Фил. Ну, то есть лидером, грубо говоря, вот эти 46. Да. Остальным 111 и 112 там на рандом выдай. Шляпи такой. С лидерки ЛСПД осталось. А, так вот кто крут у нас, да? Да, да. Вот он где. Херасина, были бандитами, стали мафиозами, еще и русскими. Это для того, чтобы потом у нас рейды не было. Побелели. Сука, что говоришь? Что, 12-й тоже можно, да? Да. Слышишь, Стефан, тебе какую выдали скин? 111. Мне 111. Ты где вообще? О, стою, жду. 111. А, вот, 112-й это. Да, 112. Не знаешь, куда деться. Нормально. Лысик. Сука, ты не можешь 112 выдать? А чё ты за скин? Лысый кто там, типа? Кому? Лысый из Бразер. Кому 112? Лысый из Бразер. 4... 4, 8, 6... Это... 112. А, так это и есть 112, алё. Всё, вот этот... Подождите, стой. А какой вы говорили? А, 111. А, подожди, можно аксессуары надеть на это. 486, суката, 486, 111. Да, спасибо. Всё, всем выдал. Всё нормально. Спасибо. Стройки. Как там делать? Такое чувство, как мы играем сейчас за русскую, сюда за русскую. Эй, че это такое? А сколько там по баблу за меня должны отдать? 46 миллионов. Они все пойдут ко мне в карман. Ага, конечно, удачи. Максимум 10 лямов вроде идут за губернатора. Да. Ну а с тебя 46, это очень дорого. Типа мне надевать. За главного врача 5 лямов. 173-му айди не выдали скин. Главный врач 5 лямов, а за заму сколько? 2,5 айди. По коням, парни! Арифметика.
Кстати, да, в какие годы было? А может кто-то ответить на один вопрос единственный? Как посмотреть, где аксессуар находится? Действия персонажа, аксессуары, да дальше. Надеты в портфеле. Просто у меня почему-то, видишь, надевается... В портфеле ты будешь выбирать... У меня надевается шлем этот, а у меня еще есть шляпа фермера. Я бы ее надел. Уже нет у тебя шляпы. Значит, нету, да. А какого черта я ее купил? Водички так холодненькой. Поменял ты на шлем, на шляпу. Давайте быстрее, парни. Так, я сейчас на заправку попасну, подожди. В таком случае, где деньги, Лебовски? Я коллег. Ну ладно. Минус шлем. Больно хотелось. Которые мои, берите желательно свои машины. Если нету. Если нету, то приходится садиться. В общем, планы немного поменялись. Центр лицензирования собеседования в 20:30. Я отпишу департаменту, что я к ним поехал, и вы меня там где-нибудь перехватите. Понятно? Понятно. Ну ты скажи просто, где ты будешь. Постой там, выйди покурить, так скажем. И все. Нет, знаете, где можно его взять? Знаете, как? Где на Advanced? А где на Advanced? Я уже давно не играл на Advanced. Ну, этот, где старые... Сэф, старые? Где был? А, Райда, мы можем поехать с тобой на одной машине, на самом деле, если есть такое мнение. Да, можно. Ну, а ты где? А Франк тогда сядет кому-нибудь другому. Франк пусть ко мне садится. А, подожди. Дверь. А, нет, Франк, садись ко мне, все, окей, нормально. Садись, нет, Мелани, открывай. Стефан и... Кенни, возьмите наши авто, Баласовские, потому что у меня краскил 45. Тогда у меня 20-ка краскил. Серега, бери авто. Куда мне садиться? Сейчас Серега возьмет. В белую тачку садиться. Мелин, открывай двери. Так, я вам так скажу, походу будет все плохо, потому что к нам в СЭВ больницу еще подъезжаются эти ПД, потому что сейчас это нарушаем юрисдикцию. А, кто-то стрелял инфу. Так. Слав Романов, я говорю. А ты сейчас где находишься сам, в принципе, Аарон? Я в больнице. Ну, в СЭВ, да, у себя? Кстати, это нон-РП инфа, кстати, была. Да. Это Дискорд так просто. Ах, ты можешь сливать. Маски не забудьте одеть. А все здесь кто вообще? Эдди, Эдди, Джуд, Ливио, Колин, Кенни Янг, Райдер, Джеймер, Стефан. Джеймер вижу. Стефан не вижу, вижу. Тут я. А Владислав, у тебя какой никнейм в игре? Тут я думаю. Ларри Картер. Картер. Ну, в общем, ты здесь, да? Я понял. Да, да, да. Хорошо. А Саката здесь, по-моему, был или нет? Да тут я тут. Да все вы здесь, но где-то что-то не видно никого. Ну все, поехали тогда. Что думать? Маски, маски. Уже одевать? А, маски, да, да. А вы похищаете кого-то? Нет, блядь, покушать собрались ездить. Все вместе. Тогда он 24 на 7 есть, чипсы по 700. Вот именно. Зачем ехать-то? Потихоньку выезжаем, парни. Подождите, стойте, блядь, я маски забыл закупить. Блядь, я дебил, сука, додик ебать. Это, чё мы как, мы на лимите поедем или без лимита? Мелвин затормозил, подождите. Главное ТТ вырубить. Тихо, я пошел, короче, потом приду. Мы вас не видим, стойте. Мы заезжаем на мост, который ведет. Налево едь, налево. Куда ты едешь? Подожди, давай подождем их немножко. Да, да, да. Куда вы поехали, налево или прямо? На мост. Да. Он дурной. Мы сворачиваем на мост, будто едем в ЛВ, но едем мы, ну... Под Вейнвудом. Да.
Потеряли. Джуд тут? Да, Джуд здесь. Это да, я пересяду, соу возьму. Все, да, я сяду. Ну, так, вы где? Вы на мосту или чё? На мосту. Мы подъезжаем. Ну кто поехал баллас только что? Это не наш, значит. Да? Обычно. Мы тупо в масках просто. Короче, у КПП ЛВСФ, да? Ой, ЛВЛС. А, всё, я вашу машину вижу, всё, можете на движение, кстати. Ну я выезжаю. А куда он едет, я не понимаю? Дай мне руль. Мне кажется, чтобы меньше было всякой этой, поедем через РКПД. Да. Да, там через РКПД. Додумались. О. Так, а РКПД? Где вы сейчас? Где вы сейчас? Минус капот. А не, через тоннели лучше приехать. Там никто не ездит. Ой, извини. Егор, вы где? Давай через тоннель, Егор, на самом деле, хорошая мысль. С нами ПДшники. Потом через Варлогов еще объедем сейчас. За нами мусора едут. За нами на туре едут. Давайте их убьем и все. Остановимся, скажем, что мы на пикник. Нифига. Кстати, реально. Блять, он до меня доебался, что делать? Езжайте прямо, сейчас. Езжай прямо, Егор, просто прямо проезжай, там где блять, будет... Блять, я своего потерял. Сворачивайся. Это направо. Я, ты чё, садись. Филса, где вы? Парни, блять, нас вяжут, нас тихо, вяжут. Тихо, из тоннеля выехали. Слушай, уезжай прям полностью. Да развернуться надо обратно. Райдер, разворачивайся. А где, на КПП, что ли, это вот? На КПП, вы о чём вообще? У бомжа ГМ, у мента ГМ, тупо. Ну, меня парни, слили. Почему такая несобранность? Где вас вяжут, объясните? В туннеле вот менты ехали, короче, начали микрофоном грозить и начали стрелять потом. Ну, поехали. Человек начал стрелять с дигла, он вылетел из кары, я его начал подбирать, и все, короче, насли, потому что там у офицера ГМ был. Надо на нее ЖБ потом залить. Мразь вонючая. Тьфу. Ко мне приехали менты, говорят, пройдемте в ваш кабинет. Mm-hmm. Да, они убили Стефа. Опусти пушку, убери, пушку убери. Там вот и наш, и шит, вот Джеймер, да. Ты, этот, суката, ты тут? Суката. Я просто боюсь, что сейчас будет что-то неправильное. Суката, сейчас мы вылечимся, будь добр нас тэпнуть на респу, пожалуйста. Угу. Спасибо. Тупо, я не знаю, а это... где? Мы в больнице, я, Джеймер, Авер, И Стефана вроде тоже слили, кто-то сказал. Меня не слили, я с Райдером в тачке. А, ну все нормально. Господи, бля. Давайте тогда потом... Давайте украдем его, потом вы подъедете. Такой Мерлина, вы его знаете? Как, на Камура? Это восьмерка наша, этого ФБР. Инспектор. Значит, они пропалили у вас. Каким образом? Что мы на респе стояли, типа, или... Алло, так чё, где собираемся, куда ехать, алло? Я вам... На ваш может быть покушение в теле защиты. Буду находиться... Суката, 486 и 453. Заспам, пожалуйста. 486, 453. Я говорю, у нас кто-то крысит, потому что никто, кроме нас, не знал инфу. Сейчас я спрошу, откуда информация. 453, да? Еще. Да. А где вы стоите? Спасибо. Алло, а где, куда ехать, алло? Мы потерялись. Филс, ты куда уехал? Зачем спать? А, ну вам плохо. Я никто не вижу. Райдер, ты даже глушил двигатель сейчас. Где ты, Егор? Мы в туннеле. В каком туннеле? Выдай нам скин, слышишь? Суката, у нас скины послетали, когда нас убили. Также 486 и 453. В каком туннеле? А туннель ЛС, который. Там, где мы проезжаем, там сарада срать.
Короче, сразу говорю, со мной будет два человека, всё, ПДшников. Таким образом... Так мы их разнесем, забей. Маски накиньте. Еще рано, еще рано. Аарон, скажи никнеймы ментов этих. Кто это? Ну, Майкл Прайд, это не по этому поводу, а Такуми Мерлина по этому поводу. Такуми и это ФБР. А, ну три, ну так три, ты сказал два только. Не-не-не, Майкл Прайд, он не с нами, я вообще спросил у него. Ага. А, ну вот это два ФБРца, директор и девятый. Блин, суката. Нам бы четырехместную машину, чтоб этот... Один везет, во втором... Ну, второй пассажир сидит, это Аарон, а третий все жучки убирает. Телефон выкидывает, жучки убирает. Вот это вся фигня. Так, погнали до ближайшей аренды. Нет, надо так, которая... Так вы же вертолеты хотели. Ребята, в общем... Да, аренда хороший вариант. Тачку можно типа сбросить будет потом в воду. Так, кстати, поехали. Короче, я сейчас буду РП делать небольшое, поэтому встречайте меня на этом, на мосту Рободотьера, который из СССР. Сейчас, хорошо. Разворот, парни, из тоннеля и прямо. Ну, я, значит, здесь, слышите, пацаны, можно сделать, знаете, как? Кто-то останется 2-3 человека, сделайте типа макет трупа и потом в машину запихать и с водой выкинуть. Ой, тьфу, с водой, с машины воду выкинуть, они будут типа думать, что это труп. ЛСПДшники едут, ча, все вот. Да-да-да, а мы давайте захватим банк. А давайте, реально, типа, а чё нам? Опа. Этот, едьте тут, еще одну машину возьмёте. ЛСПДшник, ты я попалил. Сейчас, всё, теперь можно разворачиваться обратно. Вы где, в туннеле в том или что? Нет, только не агрессируйте. Не агрессируйте на него, самое что главное. Бля, не пишите ничего. Сука, оружие выбил с меня. А, маска Кенни. Дим, вы где сейчас? Мы около заправки... Под ВВ. Около заправки под ВВ. Поехали на аренду, парни, сюда. Да, на аренду едьте, там еще одна машина и свобода. Акио Сакурай. Чем это не у нас опять? Вполне много, так я. Ну, земля пухом. Ну, уже не первый раз, да, бывает? Угу. Так, действуем так. Одна машина остается, ну, допустим, я. Остальные берут, залетают, расстреливают. Мы подъезжаем к Аарону. Один из наших выходит. РП отыгрывает. Дайте оружие, и уезжаем. Пожалуйста, кто-нибудь. Дайте оружие, пожалуйста. Этот, кто из вас РП? РПшник? Я скажу вам, да. Что делать, когда уже будете со мной. Кто может дать оружие, пожалуйста? Слетело. Замолчали. Никто не хочет давать оружие. Жмоты. У меня только 15. Еще одну машину возьмите. Вот эти джут возьми. Аренду возьми, джут, чтоб без мотиков. Егор, может, поменяем планы и быстро что-нибудь другое сделаем? А че еще есть лидеров? Есть ФБР лидер. Просто видишь? Тихо! Давайте ничего не говорить. Слух. Лидер ФБР. Джуд, открой дверь мотоцикла. У нас есть Чарльз Нуре, правительство. Правительство. Это, видимо, это губернатор, да? Да, это дохера он стоит, поверь, его туши дохера. Если тема стоит. Центральный банк Артем Блонси. В банке будет плохо. Садись, Франк. Банки будет плохо. И, типа, давайте, и, блин. Сложно. Как сложно, я боюсь говорить слух, потому что реально как будто инфу сливают.
Ну, есть две позиции. В СФ ехать смысла нет. Если сейчас все из ЛС уезжают, а вы видите, что реально все по машинам сели и поехали в сторону СФ, можно попробовать правительство взять пока что, или банк. Но банк глупо, а правительство прикольно. Правительство, смотри, сейчас у меня его... Подождите. Смотрите, правительство сегодня только поставили, состава нет, охраны нет, можно залетать, брать и уезжать. Давайте, делаем. Да, го. Поехали, парни, да. Все. Ты, Арон, что сидишь здесь? Слились, правительство? Ага. Да, все, давайте, правительство. А, сука, бабосики, сейчас не утрясти, бля. Пацаны, вы мне в банк дадите ствол. Знаете, в чем проблема, парни? Сколько бабок вам бы не дали, все равно всегда есть фраза «дайте ган». А, ну да. Так я ее сейчас использовал, через слэш-6. Я сейчас их отвлеку, я так понял, потому что они это в рацию говорят о том... Ну, они спросили, куда я еду, я написал, когда на парной башне. Он написал в рацию сразу же об этом. Блять, что за херня? Парни, кто не... Это, ну вот что за хрень? Давайте только это, вы не очень сильно там расслоняйтесь друг от друга. Около... Там, где... Маску собираемся, одевайте? Там, где... Да, маску одевайте, конечно. Там есть маска или нет? А вы можете сделать обманку. Давайте... Тихо. Ой, тут... Полицейский едет? Ага. Вы куда поехали? Что-то он притормозил, да? Я возле мэрии уже. Тихо, он притормозил. Ладно, поехали просто прямо. Поехали прямо, парни. Я права купил. Просто прямо, парни. Да не думайте ни о чем, просто прямо проезжаем, аккуратно и все. Где я купил? Встречаемся... Права там уже нету. Встречаемся около штрафстоянки. Около штрафстоянки ЛС, там налево можно завернуть. И за домик. И за домиком встать аккуратно. Там, где миссия первая на великах начиналась. А, вот кто это проехал на машине. Все нормально. Все, поехали, машину. Только здесь встань, чтобы не видно было машину абсолютно. Вот так, да, все, стой здесь. Парни, мы вас ждем за домиком. Угу, поедем. Вот заезжаем, все нормально. Так. С дороги там съезжайте, да? Ну, вы понимаете, по забору, типа, едете. Вот так, кто только что вышел, стоп, просто сейчас инфу спалит. Прикинь, это админ вышел. Нет, он тоже сидит. Аня. Да, а типа, блин, господи, я тупой, где эта херня, типа, пам, ну, вдоль забора. Едь на штрафстоянку, увидишь. Ага. На штрафстоянку, заедь. Так. Ну так мы... Ну, не знаю, совсем на штраф, сейчас я встречу вас. Эти двое, Райдер, Колин, Тактикс, за рулем, стойте здесь. Сейчас встречу ребят остальные. Ну, классно. Парни, вы видите меня? Типа... Быстрее ко мне, налево сюда вот. Выворачивайте. О, нихера ты тут нашел. Так мы далеко от правительства, Алёна. Тихо, мы очень рядом совсем. Где правительство находится? Кто? Правительство где находится? Я вам могу показать, если вот тут, типа, блядь. Тут по лестнике вниз спуститься, где в сюжетке и... Да не, да, надо да, машину, да. Надо машину, Алё. Надо подъехать на задний будь двор. Будь здоров! Правительство, задний двор надо. Туда. Поехали поближе, подъедем. Тут плохо видно, я вам говорю. А правительство даже не в мэрии разве у нас сидит? В мэрии, да. Да. Ну, так мэрия это рядом здесь находится. В чем проблема? Так и не факт, что он сам в мэрии сейчас находится. Так, тут давайте тогда тихо теперь. А, 4, это балл наш или нет на дороге стоит? А, нет. Давайте аккуратно все. Суката, выдай 4-5-3, так скину. Маска нужна, джеммер Авейра. 4-5-3, маска, срочно. Кому скин выдать? 4-5-3-1-1-1. 111. 4-5-3 и маска. У него нету маски. Дайте ему маску, он этот, без титанки. Сейчас дадим. Заезжаем. На, я тебе дал? Да, дал. Каким образом? Бери. Так там же ЗЗ в банке. Ой, в мэй. Так вот. Там нет ЗЗ. А зачем сюда заезжаем? На задний двор? Да, на задний двор. Скажите, если там есть ЗЗ, я отвечу. Отрубай, есть ЗЗ. Давай я тебя под очерку забью. Да нет там ЗЗ, я помню. Поехали. Пошлите. Ну скажите, если что, я отвечу. Все, парни, на контролу. Машина нормально. Заходим, Земля пухом, заваливаемся. Тут ЗЗ. Тут ган нельзя.
Там 10 плюс. Мы отыграть можем, что типа ганы. Я включил. Тут охранников полно, нет? Не вижу. Ой, я жалобу оставлю, подождите. Это все мы, да? Это все наши? Да. Откуда у вас ганы? Заходите, парни, сюда, в дверь, в этот, в квадратную, господи, боже мой. Сюда, вот, сбегайте кто-нибудь со мной. Все, я ставлю. У меня ган пропал весь. У меня тоже пропало все. Отыграй, что у тебя есть, ган, отыграй просто. Он тут. Я говорю, что такая ганна была. Типа, отыграйте, что типа вы выломали дверь, либо еще что-то сделали. Где он? Вообще пофиг. Он тут. Вон он сидит вот там. Вот тут он там. В холле мятеж. Господи, нет. Отыграйте просто, что вы либо что-то сделали, там выбили и вообще плевать настолько, что мы стенку эту вынести можем. Быков столько. Паты, да. Выбивает дверь. Все, сука. Снял дубинку, блин. С чего он снял дубинку свою? Какую дубинку? Че, господи, ПГ. Все тупо. Сука-то есть здесь, да. ЗЗ или нет? Нет. Или убрали? Вроде нет, да ну проверьте, я отключил вроде. Нету. Блин, у меня гана нет. А почему у меня гана нет? Подождите, тупо, сука-то, открой дверь, мы отыграли. Сука-то, открой дверь. Было оружие. Дай дело немного. У тебя было оружие? Сука-то, открой дверь, мы отыграли. Было. Мы отыграли, открой дверь. Штук 100 было, дигла. Он скринит. Ладно, хватит 10. Еще, давай, могу тебе ранку дать. Еще, у меня просто дигла смолит. Дайте мне патроны, пацаны. У вас гражданский. Да, побольше было. Чего вы тут все стоите? На выход могут на нас сейчас залететь. О, я... Грудинин подъехал. Да, выдай оружие, пожалуйста. Грудинина хватайте его тоже тогда. Ну, типа, меня... дайте ствол. Давайте Грудинин, стойте, лидера ФБР похищайте тогда. Он сам пришел к нам в руки, алё. Где он? Он на улице, походу. Это, дверь выламываю. Поглушите его, ПРП, и все. Там охрана есть, парни? Вы стоите на охране, да, нас? А кто пизданул, что Грудинин тут? Всё, стойте снизу. Давайте выламывать двери. Так мы выломали уже, сука-то не открывай дверь. Там надо, пацаны, дайте ствол, 9-1-4. Нахера тебе ствол, выйдешь ты за это? Дадут тебе ствол. Так мы... господи, откройте дверь. А нормально Джеймсон Вилсон ходить там? Выдай мне оружие, пожалуйста. Дайте ствол, 9-1. Прикиньте, тут, короче, этот, восьмерка ФБР и девятка расцепились между собой. Типа, отыгрывая РП, то, что они друг друга не знают. И сейчас, получается, меня Грудинин один со своим составом похищает. А чё же нет? Не, тупо, чё это задал, мне не понимаю. Сука, кто-нибудь, типа, камон. 9-1-4. Все, я его взял, ПРП, сейчас он откроет, подождите, вот этого типа, подожди, отойдите от двери все, от двери отошли. Да. Кому там выдавать что-то? Ну смотрите, если мы сменили план действий, то это может сказать то же самое и ФБР, откуда они знают, нет, что... Нет, откуда они знают то, что мы собираемся по кого-то похищать? Парни, времени мало, если что, сейчас, скорее всего, уже едут нам. Нет, нас тут... Очень много стоит здесь это... народу. Очень много стоит народу здесь. Вон, Левио, кто еще? Эдди, Стефан, Куферман, Мелвин, выйдите на улицу, контролируйте около входа движения. Кенни Янгерс тоже встань там. Один ко мне с оружием, можете? Колин, направь на него оружие и отыграй так, что у тебя он на этом, чтобы он типа обосрался, там хер его знает, у него есть ключ. У нас есть. У меня оружие пропало, почему? У меня тоже ствола нет. Можно его тыкнуть, да, рукой типа разочек? Фрэнк, дай один ПТ хотя бы, я типа запомнил. Кто? Мел? Да. Дайте ствол, патроны, кто-нибудь. Кто пишет там за честь? Опа, дверь! Да. Всем ничего не делают, а в каком ты их? Тебе тоже дать? Мне нужно, 9-1-4. Мне тоже надо оружие. Ну все, хватит, давайте... Нам дверь не открывает, мы стоим как дебилы просто около этой двери. Я... Почему он ПГшит? Чего? Почему он ПГшит? Он говорит, что у него ключей нет, на самом деле у него уже есть ключи. Я отыграл, что маска у меня на лице. Такой, чтоб не говорил никто. А маска нужна Лэри Картер. Так я отыграл, что у меня слетело, но я отыграл. Забей, у меня есть скрин, если меня завалили, то типа у меня есть опыт. Все, я понял тебя. Сука, господи, ебучий очкастый хуеплёт, у него есть ключи. Блять, какой он ранг?
Отыграйте то, что у него бейджик, типа, посмотрел на бейджик, а на бейджике, сейчас, подождите, посмотри. Правительство. Есть ключ. Какой? Код, код. 292. Он генеральный прокурор, хули мне выше, слышь, ты дебил. Мне брали заложники гражданских. Людей пускать или нет? В мэрию людей пускать? Давайте. Стойте, стойте, пишет, стойте. О, вот если бы я вам сейчас пистолет не поднес, он бы не открыл. Я этот пистолет уже минут 5 держу на него. Бля, время. Мне тянет. В заложники брать гражданских. Да нахуй они тебе нужны? Тут 10 кака стоит вон там за дверью. Или сколько он стоит, вообще похер. 10 кака, алё. Гражданской столько он не стоит. Они уезжают от меня, поэтому они его заподозрили. Так, все уже слили. Найс, он офнулся. Открывай дверь, ската. Нет, не офнулся, он стоит. Где? Была еще. А, нормально, он отошел. Господи. Меня зажало в нем. Ой, ура. Суката, ну это нормально, он тупо в АФК уходит и время тянет, пока они соберутся, там построят состав и выйдут. Это ненормально. Ну это ненормально. ПРП, побейте его. Да ебать, из него все кишки выйдут. Не, понятно дело, конечно, что может быть там мы задержались с этой глобалкой, но камон. Обыграли на раз-два с Аароном, типа вообще красиво вышло. Сейчас тачки пропадут. За тачки кто им сядьте, все за тачки сядьте. Надо, чтобы тачки не пропали, куда мы нас ожидали. Филс, ты закрыл, да, машину? Они едут. Вот именно. Давайте быстрее. Бля, господи, сука-то, пожалуйста, его это. Они стоят, ждут, они стоят, ждут. Бегом. А, нет, это... Или да. Сука-то, пожалуйста. То что, я депарнусь, открою вам дверь? Тогда. Все. Так они же не отыграли ничего. Мы отыграли, мы, блядь, эту мы дверь... Мы отыграли, мы уже и дверь убивали, и ключи у него просим. Сколько можно копошиться в карманах? Когда на тебя наставлено 10 оружий в твою голову... Вот. В тебя ты... произошло 50 ударов в живот, в который ты можешь органы все высрать и выблевать. Нормально. Железный человек, сука. Ты ключи меняешь первый раз. Как фокусник останешь из ушей. Блин, мы тупые, надо было его надо его было обшмонать, забрать эту ключ-карту и отыграть, что мы приложили ее к этому, блядь, ебать. Да, тихо, сейчас. Это РП в свою сторону, алло. Ты приехал? Не, приехали, сорян. Никто не приехал. Вы зараз можете отыграть вот это, что ты сказал. Типа, ничего не нужно. А, нет, это Кевин. Начнете или нет, или не отыграть? Отыгрывать, нет? Да, отыграй, отыграй, отыграй. Райдер, у тебя слетела маска. Отыграй, жду, что он маска на лице. Не, маска. Не, типа, вы я маски, типа, это, а можно на что они на лице отыграть все. То у кого нету маски. Все, все. Достал карту из кармана, сдаю. Лев Сиджут. Маску, ну, я понял, он тупо время тянет. Ну, я понял. Дадите, 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 быстро. Джут и Фил, маска. Сейчас. Да отыграйте, что у вас есть, зачем вы, типа, господи. У меня нету маски, например. Мистер губернатор, извините, давай, тупо. Он пиздец. Все, приложил карту к двери, все. Ну, открывай, дебил. Фрэнк, маску надень, если у нее есть. Если нет, я должен это сделать. А да вас ты, это блин. Сообщили, этот губернатор штата сообщил всем, то, что у него в здании множество людей с оружием. Поэтому, ребят, мне кажется, вам уже не вариант что-либо делать. Ну, тогда минус губернатор, потому что это не РП, это говно собачье. Тупо его берите за руки и выводите, тупо оглушите его и все. Как там дверь закрыта, смотри, мы стоим как дураки. Стену его ударь. Суката, открой дверь. Мы отыграли, все нормально. Вы уже отыграли, да? Да, отыграли. Да давно, просто... мы уже минуту назад смотрите, отыграли. Стойте, подожди, залетайте в дверь, глушите за руки и выводите. И все это быстро надо, и уже все отыгровано должно быть. Типа... Ларри и Стефан Маски. Я тебе говорил, я отыграл уже. Парни, у вас очень много здесь. Выйдите на улицу, некоторые 4-5 человек хотя бы на вход стойте. Стефан, пошли.
Степан, Влад, идите, кто там еще Степан. Есть? Кинь. Все, останьтесь, все, сколько осталось, вот так, все, Колин последний остается. Открывать? Да, да, открывай быстрее уже. В губернатор не стреляем. Открыл дверь. Дверь открыл? Да, заходим, 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 парни. Открой вот. Еще раз. Что еще раз? Разлеглись, дебилы. Отдыхайте. А я зарубаю. Еще раз открыть? Там их этих челиков... Сейчас они встанут, подожди. А вот этот в красный, это тоже охранник или что? Все, давай, и залетаем сразу, только губернатор не убивайте. Там у него на К как никнейм. Вот Карлос Норе, вот это он. Все, Лионел, убейте его. Лионел Морган, бейте. Открой еще, сука, там они прошлись. Все, отлично. Все, захватываем. Все, я его сейчас... оглушил. Берите его этот под руки, под руку. Вот, Кенни, кто-нибудь, Колин, быстрее пишись. Или Стефан, кто-нибудь первый уже отпишитесь. Стефан, пиши. Что именно? Бери под руки его, слышь, мне взял под руки губернатора. Все, давай. Все, я отыграл. Я не успел. Все, я отыграл. Все, 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 нормально. Все, открывайте, мы уходим, парни. И я открывай, открывай быстрее. Сейчас лягу на пол его оглушаешь. Так мы его все взяли за руку. Все, открывай. Нормально. Найс, мы еще ждем, пока дверь откроют. Так, он написал, он отыграл, типа, Чарльз лег на пол из оглушающего. Я ему руки перевязал стяжкой. Мисс маленькой и без точки. Все, сейчас напишу. Помог. Поднять. Пацаны, а моя доля в этом будет? Не будет. Поднять. Все, понял. Выкиньте его телефон, короче. Телефон. Каждому по одному, какая. Я с эту машину к Филсу буду отыгрывать. Короче, слушайте меня, обучите его тело полностью, очистите его от всех жучков, которые там есть. От часов, вот. От часов главное. В такси сели. Посадите в такси. Господи. Эх. Там машины на заднем дворе. А, встаёт? А, отлично, да. Давайте. Да, с губернатором в четырёхместную машину сядьте. Ко мне, вперед. А вот мы можем его машину открыть, не? Как-нибудь. Ну, на их машину. Выйдите. Кто его там взял? Ведите его. Подожди. Райдер, я с тобой изначально. Филс, ко мне прыгай. Я, ну, к Мелвину вот. Да, запрыгну. А где губернатор? Губернатора к Райдеру киньте в тачку. Да, ко мне, Филс. Кому ко мне. Где Райдер? Впереди. Стефан, слезь, Филс ко мне. Так. Он и так может сесть же, ё. На заднее сиденье посадиться. Открывайте, бегу. Тогда всё, я с ним сяду, всё. За губернатором. Да, садись ему поебало, да, я один раз не выиграл. Так, все, езжаем, парни, куда планировали в этот самый... Ну, вы поняли, в сторону... А закройте дверь, чтобы он не смог выбрать. Да, замолчите. Стойте, медведьте. Замок изнутри закрой, чтобы он не выбрал. А четырехместный строй. Этот, Филс, нажми на компьютере. Ну, не... А ты играешь, что дверь закрыта? Граунд Смит! Копы! Этот... Стефан, отыграй то, что ты проверил. Ну, снял часы, телефон выкинул. Да, телефон надо выкинуть. И ага, смотри, цилиндр обыщи. Вы куда едете, можете сказать? Половину крит. Ну, я сейчас покатаюсь просто, чтобы этот... Чтобы отыграли биг. Админ, выдай мне сейчас кинуть. Мне важно. Айди. Сейчас выйду в игру. А мы куда едем все, лоб, где собираемся? Половина крик, половина. Не знаю, ничего, никто не... Пока не говорите никто. Пока никуда не едем, пока надо и выйти. Куда не едем, да. На пикник. Я на челяде. На пикник, блядь. Губернатор. Оденьте мешок на губернатора на всякий случай. Часы еще, часы. А у меня все... Что? Что? Как? Выпускай меня быстрее, за что? Я какое для... у тебя Кенни, да, вот это? А мне даже никто звезды не кидал. А что такое? 275-й. Куда ехать? Подожди, давай... А кто спрашивает, куда ехать? Я спрашиваю. Да, можно хорошо, пока не отзываешь. Тут все интересуются. у него еще этот... А почему я... Я выпустил, да? Ухо проверь. Мешок на голову. Ухо, стой. Стефан, ухо еще проверь, у него в ухе есть жучок всегда. Спасибо, и инвайт не мне в вас. Инвайт не мне в вас, быстро, чувак. Куда ехать, парни?
Куда вы поехали? Филс. А. Куда вы поехали? В то место, где нас не найдут. Боже, алло. Унинвайт 486. Это у меня еще крашный. Это да. На мне все. Алло, Райдер, что за дал? Нас привез 486. Да, блядь, забей. Начал рассматривать ухо губернатора, после чего убил звучок. 486 это я, вот. У меня пингует жестко. У меня крашнуло, у меня крашнуло. Извините, то, что я вас воду топил. Да, у меня крашнуло. Спасибо, что выпустил большое. Мы тоже с тобой вместе катимся красиво. Стефан, ты нормально едешь? Сейчас режемся? Типа. Бум. Да, мы врезали все. Выйди мне 10 дегла где-то просто для вида. Пацаны, а где, чё я в воде оказался? Брата, ты не можешь это выдать там машину, не знаю, что нибудь. Выдай 10 дегла для вида. Выдай машину нашу, эту баловскую, четырехместную, заполненную. А, да, сука, ты же можешь дать машину любую. Ну я временную могу. Давай сейчас, давай взломаем. А, айди мой, да, имеешь в виду? Ну, кому вы давали? 908. И 486 мы тоже тут застряли. Серьезно, да, куда ехать? 908 в первую очередь, 4 места. Лучше 4-0. Бля, не, я знаю, блядь, я один не помню. 560. 486. В машине, не знаю, куда ехать. Если кто-то знает, иди машины, блядь. Пусть. Я не знаю, через SlashDL посмотри, слышишь? Итак, сейчас скажу. Это не то. DL именно автосерверного или обычного? Это наша машина? Ну давай, через DL, я просто ты пахнул кар, давай. 602, 602. 486. А кто это? Кто сел тачку-то, я понимаю? Я в половину тачку. А, где блядь, Фелс, не возьму. Ой, это что, все нормально. Да ты же не сядешь в эту тачку. Ну давай, ты кто там сядет? Баллас, тачку спавнили, господи, Баллас. Возьму. Меня тэпни, 805. Да чё, куда едем? 805, тэпни. 8 на скутере и тофе. А, нет. Ты, кстати, мне тачку откопал. Я её, короче, тупо взломал. А ты куда прошёл? Давайте, парни, ну подъезжайте. Куда подъезжать, алло? Садится один, Стефан садится слева, у него сзади, я спереди. Всё. Алло, куда подъезжать, парни? Поломанный крик. Ну, сейчас приедем сначала, потом сообщим. Катайтесь пока что, сообщите информацию, что происходит. Этот. Как его? У меня опять зависло или что? У меня тоже зависло. Мне тоже все зависло. У всех зависло. Не, у меня норм. Нет, зависло. Это поразительно все в банах. А чего АФК? Сейчас все разлагаю. Пиздец. О, чат пошел. Чат пошел. Nice. Чат пошел, а мы все. Все. О! Поехали. Все, пацаны, пешком. Погнали 24/7 маски купим, кто там? Поди, губернатор где? А, блядь, у меня он. Наденьте на голову мешок. Ты надел на голову. Да, я надел на него. Пусть там маску наденет. Стефан, смотри, слышишь, Серега, отыгрывай, ой, скринь эти отыгровки, так как, типа, если они будут на НРПш, ты можешь опру кинуть. То же самое, да, что скрин. И у меня. Типа, если у меня маски нету, но я, типа, отыграл, что она у меня есть. Если меня сейчас заварнет, то все, типа, опра. Хм, тут губернатора похитили. Ну, а главный редактор интервью у кого-то там берет. У меня объектов тут нет, это нормально? Да, нормально. Все по дефолту. Кто не успел, тут опоздал. Я знаю. Езжай прямо а вот так, аккуратно. А так, блять, он арендованный, не? Нет, да, это да, он арендован. Я его просто так. Может быть, ему еще кляп суката, ставить? Суката, выдай 486 любой транс. Вообще плевать. Даже слышишь, Филс? Даже мой тип. Филс. Что? Походу, может быть, ему кляп ставить? Кому выдать? Выдай мне бэмб. А, ну, кстати, да, можно. Кляп тоже. Давайте помочь. 25 BMX хотя бы. Да, блин. Хотя бы что-то, блин. 275. Ты ж дурак! 4. Да, выдай велик просто. Сюда едьте. А, да бля, я один велик, я не помню. Выдай, чё помню. Так я ж выдал НРГ. Ну так выдавай. Выдавай. Выдай НРГ.
Этот, выкиньте его, я поеду машину перепаркую. 2.75 НРГ. Пока просто кататься? Нет. Я выдал, нет? Половина крит. Ты самолет выдал. Половина крит. Во, выдал. 2.51. 4.86 выдай. 4.86. Давай, все, райдер, езжай. А мы куда с ним надо теперь будем? Вот в домик заедем. 9.14, выдайте транспорт. Да. 4.86 НРГ. Сейчас, райдер, а почему ты молчишь, что у тебя скина нету? Так я... На нем мешок, я его повез... Меня тэпнули, у меня краш... Так сказал бы, я выдал. Я думал, за рулем он не выдает. 9.14, выдайте транспорт. 4.86, выдайте. Садитесь. 9.4, что там? Ладно, все, не надо, нас уже забрали. Райдер, подвези к оружейке. 130, к оружейке подвези. Сейчас постом куплю и приду. Ло, 130 лучше выйдет. Так, все, окей, не надо. Большая инта. А куда он делся? Он вышел. Все, он зашел. Вот сюда заходите, все, заходите. Маску Ларри отыграл маску? Я буду машину. У тебя маска слетела. Так я знаю. Я просто покупал, у меня не было маски, я так отыграл, что она мне... Этот, кто... Какой дом? Кенни маску. Маску Кенни. 2.51. 8. А какой дом? 2.51. 2.51. Понял. Куда я, в угол, что ли, наставить? Да, накажи. Пускай садят, блядь, на тумбу. Не-не-не, сейчас скажу. Наказать его надо. Этот, кто там на мостике? Давайте, отвезите там. Кенни отвези и меня. Че вы стоите? Или нет, Куколина отвези и за меня забери. Куда отвезти? Дом 251. Вот тут. Сразу заезжаешь и вот тут. С этого. Ой, сори. Пацаны, маску кто-нибудь может дать? Эдди, маску отыграл. Ну хера ты отыгрываешь ми. А, не сама. Филс, маска есть у тебя еще одна? Нет, кто спрашивает? Это... 9.14, Эдди Маквайер. Вижу. Сейчас дам, да. Я покупал. На. Транспорт 6.04. Лево, подвинься немного на левую сторону. Суката, можно отыгрывать за другого игрока? Сюда. Сожду. Встанем сюда, лево. Да лучше не отыгрывать. Видишь? А где этот дом находится? Не... Да вот, я назад едь. Серега, нельзя за человека вот, отыгрывать. Вот, я стою сюда. А я не отыграл. Ты отыграл вот 3. А, 7.02, это он, все нормально. Что-то тупанул. Я 4.43. Не, он. Я попал именно к реке, же не могу найти. Тебе сказали 2.51. Мне кажется, его лучше на второй этаж. Можно энергия 6.04, 6.04.1. Это, чего вы все стоите тут? Вот сюда выйдите. 6.04, да? Да. Вот тут стойте. А, ну тащите его на второй этаж, да, на самом деле. Вот тут у двери стойте рядом. Что вы все в одном? Вот, Ларри сейчас. Молодец, он стоит. Где Стефан, иди сюда. Дайте оружие, райдер, оружие есть? Чу-чу-чу. Выдай там, не знаю, тут стоит. Выдай сколько-нибудь. Все нормально. Вот, отлично. Кенни, стой тут со мной, слышишь? Вот тут как раз есть такая. Дай мне опять дигла, ну хотя бы один для меня. А, еще один сюда на крышу, наверх. Вот Кенни. Кенни или Ларри, сюда наверх идите. Сверху будете стоять. Спасибо. Может, выйдем на улицу, не? Типа с улицы смотреть. А где вы, блин, что я знаете не можем? Не прикольнусь сейчас, если этот челик заходит, вот этот, который здесь живет, вот тут такие, блядь. Он такой, слышь, кью, блядь. Ну нахуй. Попозже зайду, блядь. Это. Алло, парни, вы где? Мы тут, короче, недалеко от вас. Сейчас встречу. Мы возле грузчиков, где, короче. Стеф, ты тут? Да, я его тащу уже.
Можешь members потом мне скинуть, members табом ВКонтакте? А то у меня есть... Тачка кто-то поставил здесь, очень классно, между прочим. А то если я заскриню, у меня тебя не запустит. А, Романов. Это у меня ВКонтакте есть? Нет. Блин. Ну, с тачка. Бесполезно, наверное. Так, ну чего, и как теперь за него выкуп получать? Каравай? Смотрите, подождите, стойте. Слушайте, берете у него рацию, у него есть рация департамента, берете, сообщаете, типа ему говорите, что надо, короче, ему говорите, а он пишет департамент. От лица похитителей. Вот и все, типа требования ваши. Да, ну это пусть либо пишет Филс, либо Райдер. Пусть Райдер пишет, я сейчас пока отойду. Че, с него снимать маску и клеп? А, нет. А как он говорит по рации будет? Ну, он на лице будет говорить. Ощупайте, вы сейчас ощупайте. Вы его ощупываете, достаете рацию у него. Я достал уже, я передал рацию Райдеру. Я Райдеру передал уже рацию. Все. Только рядом с ним стоит, чтобы он видел, типа... А, все, уже передали ему рацию. Что писать-то хоть? Да, передал. Уважаемые жители республики, прошу... Да, кто пишет? Стой. Это, когда будете в рацию писать... Отыгрывайте через МИ, то что типа МИ зажал кнопку на рации я уже сказал. Я бы просто нажал на кнопку. Хорош вспомнить про оружие, тут нас вспомнил. Алло. Смотрите, надо установить вам место встречи. Подожди, извини, перебью. Смотри, если вы, вот как я на своем опыте, если вы берете, короче, и уклоняетесь, то, типа, он вам говорит встреч для перевода денег тоже. Это не надо электронным, надо только наличкой все делать. Смотрите, если вы сделаете все, как бы, типа, отыграете вот место встречи, мы вам назначили, мы вам приносим деньги, вы нам губернатора, да? Они вас просят потом показывать губернатора. Если вы не показываете, уклон от РП. Это типа, мало ли он вообще не жив. Так что... А кто знает это? Может быть, реально в жизни так происходит. Странные правила эти уклоны. Стефан, members с таймом скинь мне ВКонтакте, пожалуйста. Я не могу, возможности. Я тогда скину в группу Грув. Да, окей. Грув. Не, я просто там остался. Че, все на втором этаже столпились? Как эти? Мух. Блин, ехал на машине, вышел около магазина и машина пропала. Отлично. А, меня... Я вылетел, кайф. О чем мы ждем сейчас? Кто там пиццу ест? Я. Да. А ну-ка, со мной поделиться. Чем пицца? Чем пицца? А чего вы там тоже валяете? В комнате стоите, смотрите на губернатора. С чем пицца, сука? Кто пиццу ест, хомяч? Там на первом этаже иди похавай. Филс. Отправил. Чего отправил? Я на резон залетаю. А что так долго? Ты это Путин, скажи, молодой. Все работает.
еще никто не знает. А, вот только что узнали, да? Потому что похитили. Ты вообще, был, мне кажется, они уже должны были знать. У меня, походу, человек 300 выпить. Что? Забей. Бля, ну я понял. Инспектор ФБР, ну и как вам наша республика? Она прекрасна. В это время где-то похищает губернатора. Найс интервью. Ты зашел уже? Класс интервью. Да-да-да, я говорю ТБ. 87 ID. Угу. Этот, где встречаться будем? Ждать выкуп? Можно в деревне, в этой, которая над аэропортом. На горячий лед. Нет, надо так, где можно выехать. Ну так я же говорю, там где над аэропортом есть такая деревня. Там где еще... Мой дом. Биг Кок, что ли? Филс Маска. Ну, на Монсере, где ДМ Лока. Блин, она не написана. А как... А, Гост Тау. Рабочий день до 9 вечера. У гостников. Да. Да. Стефан, маска слетела, отыграл. Сейчас отыграю. А я отыграл тогда уже. Не отыграл, типа, что еще маска на лице. Бля, жиги нет. Сука. Этот, через сколько будем? Пишите в ПРП. А, можно еще обманку сделать. Я туда их все позвал. А на деле мы поедем в другой. Следящий за МЮ, типа, мне сказал, что пошла информация от крыс по месту. Доказательства, типа, она предоставит. На вот стоит, алё. Вот он. Алло, Даниил Макфлай, это кто? Ну это же следующий за МЮ. Понятно. Она объявила, что типа в составе крыса есть. Они типа знают местоположение. Ну я не знаю. Да нет, у нас по-любому крыс, потому что откуда они знают? Знали, вернее, о том, то, что мы будем. Но она сказала, если нужно, предоставить доказательства. Боже, у них всех все время гарантии. Возможно, что-то... Ну, я так понимаю, что МЮ направляется к вам сейчас. Можно сказать, что типа мы покажем его вам частично. Сначала палец, потом руку, или что-то типа того. Ну, типа, для устрашения. У него кляп. Сняли кляп. А, да? Нет. Алло, давайте все толпиться не будем, мы распорядемся по дому. Колин или как это, маску отыграл. Этот, у нас машины нет. Что делать? Там эти подъехали, слышишь, ФБР подъехали, алё. К дому? Ну, я так и думал, типа, что он через рацию будет просто писать. Какой-то подъехал Джеймер Авиеро и Грусли. Алло, говорю, давайте разбредемся по дому, чтобы нас, типа, в одной комнате не смогли запушить. Да, все, кто в комнате, идите, готовьтесь. Дайте маску. Один отыграй. Стефану маску дайте. Да если что, нас выпустишь из стримы? Райдер, у тебя есть маска?
Ты где, Стефан? На, держи. Я перерыл. На полгончик, там можно слушать, стрелять. Небо патронов побольше. Спасибо. А кто говорит, хоми, мне страшно? Левио. Колин. Джуд Левс. Можно Патрики, если есть все? Не вижу. Так, смотрите, парни, один, кто-нибудь сюда встаньте, вот в эти смежные двери, и следите за входом, просто вот так вот. У тебя патроны есть лишние? Лишних никогда не бывает. А потом сюда вот один тоже хорошо вход просматривается. Пацаны, хотите удвоить сумму? Колин красиво стоит. Пацаны, хотите удвоить сумму? Пацаны... За что? Ну, говори уже. Хотите удвоить сумму? Говори, говори. Вон к вам существо одно зашло, можете его глушить и забирать. Тупые еще бабусики прилетели. Меняйте локацию, короче, забирайте у него часы, забирайте его, глушите и в другую локацию перевозите, все. 9-1 баланс. Я сзади подойду к нему, глушану его прикладом, подождите аккуратно. Оглушил. Так вы же отыграете, может быть. Подожди, я отыграю. Тихо, вы же не знаете, кто колдун старый. Пусть около него только два человека будет, алло. Зачем вы стали около него? Пусть около него два человека только будет. Надо быстрее рации забрать у него, и все. Я его оглушил. Все, он должен быть оглушен. Оглашен. Ладно, напиши в бача, того оглушил. Вот так сделал. Вы по мемберсу чекните, это ваш или нет? 971. Крауд Смит. Нет, это лидер ФБР. ФБР. Ну отыгрывайте, что устали. А типа напишите, что он это не в такой одежде, как мы. Типа, своему составу подавали одежду. Нет, можно типа так отыграть то, что типа его вообще там не присутствовал, да, и у него одежда как бы не... Ну, я его оглушил, все. Я просто не пойму, как они узнали, что вы Балас, если у вас скины Рэма. Тихо, сейчас. Пошив не тот. Мы заказывали... Одежду ты заказывал, да? Одежду на... Нет, мы заказывали одежду... Специально для этого дня. Грудинин, ну не больно. Да, Нимс 18, правильно. Господи. Часы у него заберите. Все, взял. Всем добро. Так, что у него еще? Заберите рацию. Снимите бронежилет, с него снимите. А что, сразу стрелять, если залетят в ВР? Конечно. А там на улице ФБР стоит? Алло, а с него бронежилет можно снять, нет? ПРП. Можно. Снимите бронежилет с него, ПРП. Рацию забрали у него кто-нибудь, нет? Вот. Так, рацию забрали у него. Все, я растоптал сим-карту, я забрал телефон у него и растоптал сим-карту. Бросил вам всем телефон. Рацию нужно сейчас. Отберите гитару на всякий случай, что у него еще там? Вот часы он не отыгрывает, часы. Хартфу, пидарас. Часы я у него снял. Так он оглушен, как он может разговаривать, если он оглушен? С Чарльзом кто-нибудь стоит? Блять, я забыл, что там же. Тихо, что за микрофон дать ему? Я что-то не понял, что.
Слышите, чего вы у него забирали, скажите? Мы, смотри, телефон. Слушай, мы гитару. Забрали... Подожди, стой. Мы забрали гитару, рацию, телефон, часы. Бронежилет мы с него сняли. Командами, он пишет, дай микро. Трусы с него тоже снимите. Трусы? Да. Может, еще и член оторвать, малые жучки. Почему бы и нет? На металлолом его проверьте. Металл искать. А чё вы херли мучаете? Сразу убивайте вы херли. Металл искать. Вы чё все наверх пошли? Спустились вниз. Некоторые. Я уже долбас тут ходить и улицу патрулировать. Я на улице, если чё. Патрулирую, хожу. Тут вообще городок целый. Ну, кстати, я в городке хожу, типа нет вообще никого из ментов. Вообще никого нет. А чё? Ну, я нужно... тоже на, около улицы стою. Да нужно время ограниченное. Вот. Типа нормально, изи два лидера просто. А вот да. Вопрос такой, когда смотря они, если залетят, когда у них анимка, у них стрелять нельзя, получается? Только когда анимка пойдет, или сразу поможет. Да. Еще раз. Вот смотри, они же зайдут, например, в инту, у них будет загрузка небольшая, но они заморозятся на секунду. В них сразу стрелять? Или как только... О, у нас на крыше Даниэля Макфай. Райдер, что мы с ним делать? У нас какой-то стек приехал здесь с чемоданом денег. Айди какой? 942. А, все, подождите. Мне кажется, он на стек приехал как будто. Забейте, это обычный, это какой-то не агент, это просто... Убиваем его, нет? Да, его ливать надо. Стоп, подожди, стой. Слейте его! Да. Алло, вы оставили им рацию или что? Ура, о, господи, у меня... Парни, вы либо дайте мне убить его, либо не бегите вообще за ним просто. Потому что то, что вы стреляете косо криво, это, ну, ни в какие ворота. Фил, сколько у тебя ПТ? Я же говорю, достаточно, чтобы убивать всех подряд направо и налево. Ну дай, пожалуйста, ПТ немножко. Да Фил, забей на него. Не, до конца. А откуда он вообще узнал, что в этом доме кто-то? Минус. Слышки прописал. Слил? Да. А, слышки прописал, скорее всего. Сколько там за директора ФБР дается? Меньше, чем, бля, короче, сколько его, да? 8 кк вроде, точно не помню, вроде 8 кк. Ну, не меньше 7 кк. Ставь тут нормально. Пусть будет здесь лучше, да. Пусть будет тут. Ну, в гараж её прям отгони. Чтоб не видно было. Фил, сдай оружие, пожалуйста, 486. Ого. А может, сколько хочешь вообще, плевать? И 15 штук на сойдет. Алло, мы как бы в доме зажаты, может, как бы попросить вертолет сменить локацию куда-нибудь, я не знаю, там. Может, что-нибудь придумать, это типа того. Фил, сможешь дать 20 патронов? Да, я могу, но не сейчас. Надо. Мы сидим просто очень долго, уже ничего не делаем. Я уже уходить должен, так, по факту. Сколько, типа, по-моему, меня... забили на губернатора, не нужен он нам, типа. Фил, даже 20 ПТ? Давайте просто убьем его и все. Фил, да, ты еще лидер игрок? Чего? Ты еще лидер? Ну да. Неделя последняя стала следующей. Нормально. Опа, она. Как вы знали, что я директор? Отойдите в сторону, дайте я напишу этому уроду. Джеймер, отойди в сторону. Суката 4-9-6 помеха РП. Ну, орёт без конца стоит. На улице.
Напиши, типа, мы его лицо в первый раз только видим. Там изи, у него, типа, одежда с нашей не сходится, и все. Он переодет в то, что мы всегда один, типа. О, Мелвин, дай ПТ. Я ему 2 ПТ дал. Она дигл, нет? Я ему напишу так, со смайликом подмигивания. О, спасибо. Ты еще 2 ПТ? Ты играешь то, что я чувствую. Я уже написал мне такое. Ты не можешь отыграть то, что я чувствую. А так чего он должен отыграть, типа, то, что я с района? Как вы так сразу подумали? Типа, напиши, что твоя морда, это незнакомо нам. Нет, то, что он одет в другую, блядь, одет. Мы уже это ему писали, он ну херню какую-то сморозил. Он это услышал, все. Его проблемы с вами. Давайте, может быть, как-нибудь уже сделаем что-то сначала с Граут Смитом, потом уже перейдем к губернатору. Губернатор дороже будет, чем вот этот вот дядька, поэтому надо как-то уже действовать. Ну, типа, а сразу за двух нельзя, потому что мне, во-первых, уходить нужно, и мы слишком долго сидим, ничего не делаем, а как-то их нужно двигать на момент того, чтобы они уже конкретно... Ну, я попросил, чтобы они нам освободили дорогу. Маска, Мелвин, иди сюда. Нет, маску тебе, надевай сам маску. А кто? Это ты Ливио развел здесь костер? Серьезно? То есть ты просто около дома развел костер? Понял тебя. А я вот нет. У меня такое ощущение, что Ливио все издал. Ливио, он вроде печенька, но он у нас еще в отстэшке был, я его помню. Еще давно. Я в отстэке как-то был еще, после я еще приезжал к тебе. Он там был. У вас там, братьях, маска послетала, вы отыграли? Ну, не. В основном балл. Кстати, слышь, дом маска на лице, да, не забывайте отыгрывать. Похаваем чипсиков. Ну что так долго? Реально, я хочу либо рейд, либо чтоб этот... Не забывайте маску надевать, не забывайте отыгрывать. Очень ПРП, что маска 10 минут, а потом как будто вазелином лицо намазали, слезает. Военка с 23 до часу ночи. Но всегда такие мероприятия идут час-полтора, когда губернатор. А тут еще и ФБР. Чуток не по плану пошли. А вы ограничите ими просто время. Собирались на медиков напасть, но забрали совсем других людей. Что там дальше? Почему? Посмотри этой кровки, высрал удачно. Высрал. Кто это отыгрывает? Высрал. Это я с Робоним. Че вы делаете? Делать нечего, вот мой персонаж посрать. Вы посмотрите, вы маски хотел. Там у нас маски нет. Не, стой, нормально. Серега, отыграй на джеммер. Маска на лице. Маска на лице. Или, да, накинь. Стефан, маску надень. На, я отыграл. Это, Дима, возьми маску. Ой. Минуту две назад. Дима, клев хороший. А на тумбочке рация, возьми там, поговори, спроси, чё, как у них. Как у тумбочки экрана? Нет, вон та, которая, вон там. Вон того, да? Здесь? Около шкафа или? Да, вот тут лежит она. Я, всё, я отыдущий, минуту две. А какие условия мы поставили? Ади, хватит вот так отыгрывать, это вообще... Ну, типа, никуда не годится. Отцы в руке. А как мне сообщать по рациям? Что я должен передать? Через Ду я должен говорить с ними или как? Или через Ми? Наверное, через Ду, бля. А какие условия мы поставили им? Алло, а может... 10 кака. А может... Ну, 10 кака куда? Налички? Куда мы видим? Короче... Насчет организации. Короче. Алло, а может туду низ, типа, сказал по рации, звездочка и текст? Может быть так? 10 кака балласом, 10 кака грубам.
Да, во, ништяк. Нихуя. Причем каждому по 10. Пацаны, хотите на Данин вареник посмотреть на крышу и приходить? Что? Даниэлин вареник, хотите посмотреть на крышу и приходить? Ну. Блять, и первый вышел Мелвин. Вон, чекай. А где это? Это на улице, да? Да. Блять, сейчас. Как мне отыграть то, что я говорю в рацию? Кто-нибудь может мне сказать? Три, я пишу 4 зду, просто нам нужен вертолет и все. Да. Бля, и все поуходили сразу, ебать, пиздец. Вот что, девушки нет у вас, пацаны, вы чё? Я просто, ну, типа, проблема в том, что вы говном занимаетесь сейчас. Но вы еще не забывайте, что, типа, они просто... как-то, у них есть доказательства того, что, типа, у вас крыса одна была и сдала ваше местоположение. Но я не знаю, как они будут это доказывать. Стефан. Скриншот кинь мне. Прикол хочешь, они тебе его никак это не докажут, слышишь? Скриншот не кинь. Сейчас. Смотри, сука-то. Скриншот Мендерс? Да, бегом. Сука-то, смотри. Если это в плане РП, то типа крысу это вообще никак они не должны. В плане доказательств, типа, ну, не должны палить ее вообще. Никак. Типа в плане доказательств. ФБРшник, походу, вон за дерем. Где? Чекайте сзади. Левию. Да, блядь. Копы за деревом! В смысле, блядь? Щиты! Щиты вон копов! На поднимись, блядь? Ко мне! Где, блядь? Я, кажется, понял. Ебать, там без маски хер едет, слышите, на к этому на клесте. А где ты, блядь, его видел? Я не записывал. Где они, блядь? А где, блядь? А, да, вон рели, блядь. Подъедем, подойдем к ним и спросим, блядь. Нифига себе их там! Ебать, я же говорил, там человек 25, блядь, 35 будет. Либо больше. Бля, пацаны, меняйте место локацию, пока что они, блядь, не, тупые не додумались пока. Меняйте локацию, я вам говорю. Он, Левио, поднимайте быстрей. Вот, смотри, тут машина стоит. Алло, тут вы где все? Давайте на первый этаж, вдруг сейчас принимать придется. О, стреляют! Стреляют! А, Даниэлю сливают. Да и похуй, может затоптать ее хуй. Там с ноги ебашьте и ПРП, блядь, что он с крыши слетел, ебать, охуел. Так берешь, хоп-хоп-хоп-хоп. Он тут админский ГМ уже, блядь. Веди на... Веди или нет? Копы на вертолетах. Да что делаем? Мы выводим их, вы тупые, вы вообще, вы понимаете что? Сейчас я 20 раз вас спрашивал. Одно и то же. Что ты спросил? Никто не слушает. Пистолет в голове. Ладно, положи на место, Колин. Тресни ему по башке, положи его на место. И кляп ему в рот ставь. Смотрите, что делаете. Надо подъехать, смотрите, две машины, чтобы был. Сюда надо, чтобы вертолет вообще эти две машины никак не видел. Смотри, слушайте. Короче, как-то гостники... Слушайте, что делать? Надо подогнать машины где-нибудь, их заныкать. И в одну из этих машин Санная посадить машина, да? Грудинина и Чарльза Наре. Ну, поняли, короче, их. И разъехаться, вот, и потом договориться. Да, разъехаться и договориться. Тихо. У нас машина стоит вот здесь вот, около нет, дома. Нет, вообще никого. Заспамните. Они, короче, вход этот смотрят. Так что, типа, вообще никак не получится машину их посадить. Надо, знаете, как делать? Надо куда-нибудь их отвезти. Респавн. Что надо как-то посадить их куда, ну, в машины, да? Разъехаться. Кинь, пром ему ударь. Слышите, подождите, послушайте же, говорю, меня. Надо, уебать! Это чё? А, ладно, все похуй, слушайте. Три машины, в двух будут отвлекающие, одна с этими дебилами будет. Блять, они сели. Они сели, да. Не тот, лоза. Да. Все, в тачку, Рин. Я уверен, что, конечно, никто не услышал, наверное, мои слова про респавн, да? Блять, они... Я слышу. Они меня вяжут, ебать вас в уши, нахуй. Просто противно. Чего вы визжите-то, как девочки? Ну, они с деревьями. И что с деревьями, Давайте от... Вас, вот, типа... Я просто не понимаю, вас напрягает то, что с деревьями 35 копов, но вас не напрягает то, что... Мы примерно полтора часа уже сидим просто в одном здании, ничего не делая. И вас не напрягало, что мы стояли минут 5, пытались открыть двери, да?
Вас это не смущает? Вам интереснее берите, посмотреть... Берите заложников, отводите их в машины. Одна едет, ну, типа, отвлекает взгляд. Я говорю, чтобы они, чтобы сказать своим чувакам, чтобы они свалили. Меня повязали. Алло, вы все на улице стоите? Все, что я выбегаю. Меня забрали. Они занимают позиции, это non-RP инфа. Но я сейчас могу сказать, что они делают вообще, где они. Ты че, понял? Просто non-RP еще можно расценить то, что вот эти вот вытаскивания жучков откуда угодно. Может, тут губернатор вообще один большой жучок. Он сам по себе просто, ну... Телепорни, пожалуйста, Лоза, 201-й ID. Вот, что делать теперь? Они там на улице все стоят, и там вообще не игра. 201-й, да? Да-да-да. Лобки указания будут сейчас принимать их или что? Мы тут уже напишем все. Скин. Если они залетают, сразу их принимаем. Ну там их очень много. Ну ладно, попробуем. Ой, да ну заорабим их как-то. Нет, у меня нет эмки. Эмса с горю у вас, короче. Смотрите, вообще прикол. Райдер тут, нет? Вернулся? Да, тут. Короче, смотри. Можно каким-то образом показать... Нас тут мало, нужно как-то сделать, чтобы они ушли. Алло, а что если по рацию? Я говорю, чтобы отказываться. А что если по рации? Одну, пожалуйста. А что если по рации своим бандитам, короче, позвонить и сказать, типа, мол, приезжайте, всем мясом, короче, будут растащить? Нет? Бредовый идея. Ага. Дайте ему рацию. Кинь рацию ему, отдай. Они рашат, они рашат. Мордой в пол, все, 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 парни, зашли, парни, зашли. Парни, они рашат, все. Я слышу Кью. Слэш Кью и типа тебе дадут варн или бан. Нендармор надеть. Что ты делаешь? Не выходи за игры. Всех слили? Почти. А ты че, у тебя забили на Слэш Кью, блядь? Слэш Кью забили? А, у меня нет бронежилета. Меня убили. В смысле? А, блядь, это... В смысле? Райдер, знаешь, кто тебя убил? А почему? Ему... Почему десятка встала, и у него дигл был? Кто убил меня? Ой, сори, сори. Блять. Я отыграю эффект, умер. Пацаны, все, короче. Она мне. Там у одного мента ГМ был. А кто меня убил, скат? Минус, минус, минус. Отлично, красиво. Нужно было в десятке мне сказать, чтобы забрал я дигл. У него дигл был. Вы его обыскали? Алло. Ой-ой-ой. Он просто встал и начал стрелять. А меня не вязали. Они там слили друг друга. Они друг друга убили. А что, мы выжили? А кто там? Да, да, они умирают, убивайте их, убивайте, парни. Ну что вы не арабите-то? Один на ФК стоит у входа. Я убил ФБ. Минус еще один. Вы только патроны бегаете, поднимаете, опять как мухи. Вот и дохните. Все, мусор пишет, все, мы проебали ГГ. На... Тут два мусора стоят, можете выходить, их тоже ебашит. Меня, как он меня слил? Ванный мент. Я сейчас упал. Изи. Там еще один на ФК, да? 8-3. Сколько юзмет убил? Я минус. Я в тюрьме. Ванной стоит. А как скрепки юзануть? Ванной стоит мент. Дайте убей. Вот и закончился РП. Всех спасибо за внимание. Они реально не просто РПшники. Ну не знаю, я посчитаю, сколько я скиллов сделал. Я, наверное, убил человека. Ну, я двоих. 5-6. Я двоих. Ну, я типа половину мертвым лежал. Типа. Я со Стефаном сейчас разговаривал, ну, с этим, который лидер. Я ему говорю, я тебе руки связывал между собой с губернатором. Он говорит, в смысле ты меня связал? Я ему говорю, я тебе тайм-код навить. Не знаю, как я без броника, типа, все, ладно. Спасибо, ребят, за РП, было прикольно. А кто это говорит? А, лидер групп, feels better. Так, пацаны, хотите прикол? Тебя упаковали? Как говорится. Ну, я в тюрьме, да. А, кстати, Влад, можешь меня выпустить сразу из тюрьмы, чтобы это... Тыр-пыры. Чтобы я потом появился уже на респе. Пацаны, я случайно губернатора убил. Ну так и надо, я бы его рано и поздно сам бы убил его.
Самое главное, у меня сервер рестартнулся после того, как я его убил. Угу. Только если можешь там еще на респун, типа, спавнить. И, кстати, соскинь, у кого там этот... У кого там зигл был на 1000 патронов? Это хвори. У Филза, наверное. Ну, у Филза не было. У Филза было, по-моему, патронов 50, если не ошибаюсь. Могу даже фрапс скинуть. Проблема-то в том, что большинство из вас, у меня опять же все на фрапсе есть, как голуби, вот это вот ваша большая проблема. Вы начинаете слетаться все на оружие, вы просто деретесь из-за патронов, из-за диглов. Ну, это плюс-плюс, это бред вообще. У вас на складах патронов дофига, просто обратитесь к лидеру. Нам не дают. По-человечески общайтесь. Жмот. Кто сказал, не дают? Кто сказал, не дают? Стефан. Вы лидера ФБР связывали? Ладно, Стефан не мой, поэтому не имею понятия. Так вот я про что я говорю, там лежит порядка 10 диглов на земле. И порядка 10 эмок. А вы все равно собираетесь их подбирать. Вот полицейские эти тоже на этом только что умерли несколько от меня. Вот просто... Я стоял тупо на лестнице и тупо стрелял по КД. Я просто выхожу, мне под правую руку. Они выходят под левую, я под правую. Мне удобно стрелять, им нет. Пацаны, я в них попадаю или не попадаю. Если мент тебя убил, ты этот сразу в тюрьму летишь? Да. Если у тебя были звезды только... Нет. Расскажите мне, вы лидера ФБР связали же, да? Да, да, я связывал. Я его глушанул еще, да. Я его связывал. Я его связывал с этим. Они связаны, но я там писал то, что я поднимал его с земли, заложников. Но при этом... поднимал просто. Но при этом их потом отпускали, в любом случае. Я их между собой связывал. Так, все, я нужен, нет, парни, я могу выйти. Получается, да, все. Все, тогда спасибо. И надо будет на следующей неделе что-нибудь такое забабахать, тоже интересное. Ну так, чтобы просто не было говном собачьим. Не в плане того, что там мы были неорганизованы. Я считаю, что мы сделали максимум того, что могли. Если бы губернатор со своими ребятами там полчаса ключи в карманах не искали, если, типа, отыгрывать РП, понятно, что огрехи есть какие-то. Но такие, то, что ключи ищут по 10 минут в карманах, ну, при этом на тебе наставлены пушки и ударили тысячу раз тебя. Это не круто, я считаю. Спасибо еще раз всем. До скорого. Давай.